Небось, красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Вот это впечатляет! Что это значит? От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Береги сзади!
иду! Где войти? Сработало! Мосты появились! Иди за мной.
молодец! Я буду стрелять чаще, только скажи. Пути восстанавливаются. Кажется, здесь... Заблудились? Нет. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй! А когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кинануна! Еще один! Назад!
цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Джанга! Я расчищу нам путь! Ладно! Пускай стрелы быстрее! Ассортименты сложнее скорости! Тут много целей, не промахнешься! Толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Yeah!
Ты ранен? Нет, нет. Ого, красота. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди. Хочу... Здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын!
Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень, очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде, выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Стрела не пробьет то, чем покрыт камень. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Thank you.
Если скажешь, откуда стрелять? Пора возвращаться наверх.
даже не пройти. Сын. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Ну?
И куда же мы теперь пойдем? Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупые загадки. И все-таки это дверь. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Смотри, тут еще. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы выдумали? Точильным камнем. Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Давай. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не знаю, это рано или поздно случается с теми, кто странствует между мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. А тебе, юноша?
От меня можно не убегать. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Но отсюда нет пути наверх. Я знаю.